Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Ну и денек сегодня. Льет как из ведра. Не хотел бы я помереть в такую погоду. Ты хотел сказать, не хотел бы я работать в такую погоду? Вы оба не любители работать. Ты, Талон, вечно пытаешься взять на себя роль командира процесса. Вот именно, бро. Как бы так поработать, чтобы поменьше поработать? А тем не менее, на вторник двое похорон. И надо все спланировать как надо, а не как в прошлый раз. Какого черта на улице происходит? Сейчас посмотрю. Биту возьми, а то вдруг это снова братья Морган. Вот же ублюдки, ноги бы им выдернул. Парни, лучше бы это были Морганы. В постели со смертью. Вторая серия. Помоги мне, Фрэнк! Только осторожно! Неизвестно, что у нее повреждено! Я мельком номера смог увидеть. Не местные, явно. Хорошо, хоть ночь. Неизвестно, кто что видел. Нужно ее осмотреть! Парни, ее синяки это... Да, брат, это то, о чем ты думаешь! Поэтому в полицию и больницу звонить нельзя. Мы трое взрослых парней, а девчонки по внешке еще и 18 нет. Совсем малолетка. Не думаю, что копы поверят в историю, что мы ее на пороге нашли. Потом трепаться будете. Надо ей жизнь спасать, пока она не померла на наших глазах. Тащите морфин. Тут точно сломано несколько ребер. Ссадины на ногах и руках. Куча ушибов. Она от боли загнется раньше, чем вы решите, куда звонить. Кто мог это сделать? Она же еще совсем юная. Почти ребенок. Мало ли на свете уродов. Чему удивляешься? Морганы вон не отличаются наличием мозгов. Какая разница? Хорошего все равно мало. Мы понятия не имеем, кто она. Может, ее разыскивают? Может и разыскивают. Но пока она дышит, я обязан ей помочь. Я врач. Что будет, если она умрет, мы все понимаем. Но что будет, если она выживет? Поправится, сама решит. Пока рано что-то говорить. Вы все сделали, как я сказал? Да, шеф, все как велели. Когда выгружали, она уже не дышала. Отлично. Если ее хватится, скажите, как видели, что выбегала из дому. А если спросят, почему не остановили? Кто тебя спросит, дубина? Никто не кинется. Я все для этого сделаю. Как скажете, шеф. Ну чего ты тут стоишь? Пошли вон отсюда. Позову, когда будет нужно. Дебилы. Как вас отец только нанимал, не пойму. Да, милая. Скоро приеду. Как прошла первая брачная ночь? А как проходит наша ночь с тобой? Не хочу обсуждать эту жертву бандитских репрессий. Она от вида моего члена дёру дать хотела, но не успела. Не ревнуй, малышка. Ты же знаешь, я только тебя люблю. Жди, скоро буду. Money,
что, жить будет. Как и говорил, сломаны ребра. Налицо сильнейшая гипоксия, следы изнасилования. Вопрос в том, кем она после всего этого проснется и будет ли что помнить. Хоть бы метаться не начала и орать на весь дом. Сам знаешь, что про нас говорят в округе. Знаю, и поэтому говорю здесь и сейчас. Никому ни слова о том, что было этой ночью. Да кому говорить-то? Нас вся округа сторонится. Вот пускай так и будет. Это им на пользу только. Надо ее в спальню отнести, а то замерзнет на бетоне лежать. Давай, только берите аккуратно. Там несколько швов на очень проблемных местах, могут разойтись. Куда нести-то? В спальню родителей, она самая дальняя, на случай, если орать будет. Дежурить надо с ней, после морфина пить хочется. Я подежурю, а утром кто-нибудь из вас заменит. С ней сидеть теперь несколько дней. Окей, вы как хотите, а я дрыхнуть, я пипец как устал. Ну и денек. Интересно, какого рожна оттуда вылетела эта тачка? И зачем они приезжали? Явно что-то нечисто. Тоже вы скрываете, братья Сноухилл.